Воспитанница Кричевской школы футбола дебютировала в чемпионате Польши. Об этом и другом в нашем обзоре, а также в выпуске. Мини-футбольный «Форт» раньше и сейчас совсем другая команда. Амбициозный и настырный клуб показывает норов в играх межсезонья. Зато спокойно все в гандболе. Могилевский «Машека» звезд с неба не хватает и на медали чемпионата не претендует. Главное – сохранить тренера. Подробности у Ильи Соболева. Финны удивили пока что. Что-то все ждали всегда, насколько я знаю, что финны как-то слабенько там по детям, а тут такой результат, что-то... Пока взрослые хоккеисты играют в Кубке Соле, могилевские юноши сразились со сверстниками из Беларуси, России и Финляндии. Наша съемочная группа побывала на детском турнире. Всем привет! В эфире «Спорт М». Основу сегодняшнего выпуска составят футбол и хоккей. Детский и взрослый, большой и мини. Ну и, конечно же, поговорим о других видах спорта. Будет интересно, не переключайтесь. Стоило нам в прошлом выпуске передачи рассказать о том, какое отвратительное лето у могилевского «Днепра», ни одного набранного очка, как уже в следующем матче чемпионата страны наши футболисты раздобыли первый балл. В гостевой игре с минскими «Крумкачами» могилевчане удержали свои ворота на замке, правда, и не забили в чужие, без голевая ничья. Команды по 10 раз били в сторону чужих владений, половина ударов пришлась в створ. Но ни Ворон Евгений Костюкевич, ни днепровский голкипер Руслан Копанцов не пропустили. Теперь об интересных фактах игры. Номер один. Перед матчем наш клуб успел заявить туркменского полузащитника Мирдана Гурбанова, который вышел в стартовом составе. А уже в среду он получил вызов в национальную сборную. Игрока не будет в составе клуба около 2 недель. С 24 августа по 2 сентября учебно-тренировочный сбор, 5 сентября отборочный матч Кубка Азии. Интересная селекция. Факт номер два. В основном составе хозяев вышел бывший днепровец Богдан Рудюк. Именно он в апреле месяце этого года, играя за могилевский клуб, забил победный гол в ворота, как вы думаете, кого? Правильно, «Крумкачей». В этом матче, как мы знаем, не забивал никто. Впереди у Днепра гостевая игра с новополоцким «Нафтаном», основным претендентом на вылет из высшей лиги. Могилевчане в случае победы выше нынешнего 11 места не поднимутся, а вот в случае проигрыша могут опуститься сразу на 3 позиции. Продолжим выпуск обзором. Футбольные клубы области одержали победу в очередном туре первой лиги чемпионата Беларуси. Осиповичи сразились с аутсайдером турнира Неманом Агро из Столбцов. Наша команда вела по ходу матча 3-0. Однако соперник возродил интригу и был близок к сенсации. В итоге осиповчане взяли верх 3-2. Лучшим в составе победителя оказался новичок клуба Глеб Железняков. На его счету 2 голевых удара. Сильнее своего оппонента была и Белшина Бобруйча. Они переиграли Лиду 2-1. В первой лиге чемпионата Беларуси по футболу сыграно 17 туров. Шинники расположились на 7-й позиции. Осиповичи занимают 13-е место в турнирной таблице. Бобруйчанин Александр Дедков в паре с Александром Коваленко стали призерами турнира мировой серии «Сателлит» по пляжному волейболу. Соревнования прошли в Калининградской области. По ходу турнира наш дуэт был сильнее соперников из Германии, Голландии и России. В финале турнира белорусские волейболисты встречались с французской парой и в итоге уступили 1-2. Серебро на турнире мировой серии – лучшее достижение наших земляков в нынешнем сезоне. Могилевский боец Роман Логинов принял участие в международном турнире ASP Young Eagles. Соревнования прошли в столице Чечни, городе Грозный. Соперником нашего земляка был россиянин Шаир Курбанов. Могилевчанин уступил более опытному оппоненту. Уже в конце первого раунда бой завершился победой Курбанова. Отмечу, ASP Young Eagles является одной из самых престижных в мире молодежных лиг смешанных единоборств. Роман Логинов стал первым представителем региона, который выступил на этих состязаниях. Ранее могилевчанин праздновал 2 победы в турнирах Golden Battles 3 и «Путь к триумфу». Воспитанница Кричевской школы футбола Анастасия Шупа триумфально дебютировала за свой новый клуб «Медык» в чемпионате Польши. В стартовом туре команда нашей футболистки уверенно переиграла клуб из Бялоподляска 5-0. Сразу 3 мяча в этой встрече на свой счет записала Анастасия Шупа. 19-летняя кричевлянка также является игроком национальной сборной Беларуси. Напомню, ранее Анастасия Шупа выступала за самый титулованный клуб страны «Бобруйчанку». В честь ДОСААФ международный автопробег, посвященный 90-летию организации, стартовал на прошлой неделе на Буйническом поле в Могилеве. Торжественный митинг, возложение цветов, а после 4 экипажа авто направились в Быховский район, где передали эстафету соседям из Гомельщины.
В Беларуси стартовал хоккейный сезон традиционно в августе Кубком Руслана Сале. Команды разбили на два дивизиона. Могильчане попали в группу «Б», и к моменту выхода передачи в эфир наша команда провела уже два поединка из пяти. Сначала львы отправились в Лиду. Первая встреча была проиграна со счетом 2-5. А после – вояж к чемпионам страны. Гродненский «Неман» не был гостеприимным и набросал кошелку шайб. На 7 пропущенных Могилевым наша команда ответила лишь одной – Владислава Серякова. В четверг – игра с Гомелем, в субботу дома с Витебском и в понедельник также на родном льду принимаем Жлобинский «Металлург». Будем реалистами, шансы пройти в следующий раунд стремятся к нулю. Победить во всех оставшихся матчах – это из области фантастики. Уж слишком велика разница в классе. Впервые в Могилеве амбициозный и обновленный «Форте» предстал перед родной публикой. На этой неделе наши мини-футболисты открыли программу межсезонных спаррингов. Подопечные Сергея Задорожного встретились с командами из Гомеля. Сначала «Форте» в гостях разошелся миром с агрокомбинатом «Южным» 2-2, а после на своей площадке могилевчане сразились с «Быче». Первым результатом первой игры товарищеской, конечно, счет 2-2 нас никак не устраивает. В чемпионате нас не поймут и не простят нам такой результат. Но сегодня хотелось, конечно, дать и другим игрокам поиграть. Но, как показала игра, что БЧ сюда не просто приехала, а то есть пошел открытый футбол и команда с характером. Уступая по ходу матча 0-2, гомельчане счет сравняли. И тут за дело взялся новичок «Форте» Дмитрий Иванов. Украинский легионер забил уже третий мяч в нынешнем межсезонье и принес нашей команде первую победу. ПЧ повержен 3-2. Ну, интересно, наверное, да, «Форте» увидеть, сыграть. Хороший матч получился. Первую половину первого тайма только провалили, скажем, потом немножко вошли. Но у нас была другая работа, больше физическая. Я скажу, что, в принципе, игрой, ребятами доволен. Нормально, для первого раза очень неплохо. Понятно, что после сборов тяжело где-то немножко. Где-то физически, где-то надо тоже уверенность где-то, чтобы пришла к ребятам, я мог. Потому что новый коллектив, новые люди. Надо, с каждой игрой добавляется. Уже в субботу у «Форте» очередной товарищеский поединок. В олимпийце могилевчане сыграют с одним из лучших клубов России – Норильским «Никелем». Начало матча в 18 часов. Приходите поболеть. Без громких приобретений и планов на медали. Так проходит подготовка к сезону у могилевских гандболистов. Машека сохранил костяк команды. Клуб покинул лишь Артем Скриба, который продолжит карьеру в Польше. Есть в команде и новички. Я воспитанник Брестского гандбола. Начинал во второй команде БГК-2. В первую команду очень сложно попасть. Тут пришло приглашение в Машеку. Машека тоже молодая команда, перспективная, есть куда стремиться. Но я подумал, почему не попробовать, почему не начать карьеру с Машеки, а там уже как пойдет. Вместе с этим парнем состав Машеки пополнили два игрока из столичного СКА – Ярослав Долгий и Сергей Ясюкевич, а также воспитанник могилевского гандбола Влад Науменко. Наконец-то в этом году пробрался в основную команду. Безумно рад, эмоции, старался, влился в коллектив, все нравится. Сам вообще как чувствуешь? Готов именно к взрослому гандболу? Физически еще не совсем, но мы подтягиваем форму вот посредством тренировок. И думаю, через пару месяцев я буду уже на 100% готов. Хорошо, что у нас состав с большего остался, добавилось несколько новичков. Молодые ребята, над ними работаем, у них потенциал очень хороший. Поэтому поработаем, я надеюсь, выстрелят и они, и мы очень хорошо дадим бой ветеранам чемпионата. На следующей неделе новичков проверят в деле. Машека планирует сыграть с Гомелем и украинским ЗНТУ. А уже в начале сентября старт в чемпионате Беларуси. Мы третий год занимаем 5-е место. И как у нас, у игровиков, да и не только у игроков, говорится, что стабильность – это признак мастерства. Конечно, хотелось бы повыше прыгнуть, но мяч круглый, и как пойдет это все, конечно, зависит от многих факторов. Так что мы будем стараться. Самый щепетильный вопрос межсезонья – останется ли в Машеке главный тренер клуба Казимир Котлинский. Интрига разрешится в ближайшие дни. Есть вероятность, что наставник продолжит карьеру в Польше.
Эти мальчишки очень легко разбираются с нашей командой. В смятении говорят могилевские болельщики. Они пришли на детский турнир. Финны удивили пока что. Что-то все ждали всегда, насколько я знаю, что финны как-то слабенько там по детям, а тут такой результат, что-то... В Ледовом дворце встретились команды 12-летних подростков из Могилева, Минска, Раубич, Орши, Воронежа, Питера и Хельсинки. И как раз именно финский хоккеймен, выйдя на лед после длительной автобусной поездки, показали, трудности сплачивают команду. Как ощущения от Могилева и от турнира? Мы еще не поняли, мы ночью приехали. И сразу на лед? И сразу на лед. Ну как вам лед? Лед хороший. А как выступление вашей команды? Прекрасное. Ребята молодцы, потому что спали всего 2,5 часа. Болельщики Суоми активно поддерживали своих, хотя в третьем периоде «Хювинтехти» по-русски «молодцы» звучало не так слаженно. Как думаете, пройдете по турниру до финала? Я думаю, что следующая игра будет самая сложная, потому что ребята устали, я еще раз говорю, они не выспались. А следующая игра во сколько и с кем? 16:10 с Оршей. А пока впечатлениями от игры с могилевчанами поделился Максим Елисеев, один из немногих, кто говорит в финской раздевалке на русском языке. Впечатления о матче? Ну, хорошие. Ну, судя по счету, да. Доволен своими действиями? Да. Расскажи нам, как забрасывал свою первую шайбу, которая открыла счет матча? Ну, там где-то шайба мне попалась, и я просто бросил в сторону ворот. Как думаешь выступить на этом турнире? Ну, должны выигрывать. А кто больше всего шайб в вашей команде забрасывает? Ты или кто-то еще? Ну, многие. Многие, да? Ты на какой позиции играешь? Фланговый нападающий. О, ну, значит, десяток как минимум должен прилететь, судя по сегодняшней игре, да? Может быть. Словно подслушав разговор в раздевалке, говорит тренер Академии Минского «Динамо». Он настраивает своих подопечных. С финнами будет непросто. Так и вышло. Хоккеймены на турнире взяли первое место. Раубичи второе, бронзу вырвали в буллитной серии. Минские «Динамовцы» победили воронежцев. Ну а наша команда, спросите вы, замкнули турнирную таблицу. Поздно вкатились в сезон, говорят тренеры. Мы прощаем и надеемся, что поражения закаляют, но в этом году их будет мало. Тренера сегодня преследовали цели – это прежде всего дать игровую практику всем ребятам. Они, я надеюсь, проанализируют и сделают выводы. И в дальнейшем скопануют игровой состав более оптимально. Уже через неделю «Могилевский лед» примет новый детский турнир. Хоккейное межсезонье завершилось. Такой была спортивная неделя в Могилевской области. В завершении выпуска приглашаем вас посетить республиканскую спартакиаду по велосипедному спорту. В эти дни она проходит в Могилеве и Могилевском районе. Первую гонку посетила наша съемочная группа. Увидимся. Через виадук проезжаем, едем на кольцо на Бобруйское. По Бобруйскому кольцу повернули. Едем опять в эту сторону. Минута. Значит так, все на колесо к Лиске. Лиска как поехала, все к ней ровненько на колесо. Никто вперед не разгоняется, не выпячивается. А сразу, чтобы сидели на колесе. Поняли? Оп!